Всем привет, привет, привет. Поздравляю вас всех с Новым годом, с новым счастьем. Соответственно, вы это видео будете смотреть уже после Нового года. А я вам предлагаю сегодня прогуляться по новогодней Москве, в новогоднюю ночь. Видос будет, наверное, ламповый, очень красивый, потому что много тут огней. Но закрытая Красная площадь в связи с всем известными событиями, которые произошли в 2023 году. Ну и пусть она закрыта, мы с вами прогуляемся тогда по основному городу, по основному старому городу. Желаю вам счастья, здоровья, всех благ, чтобы у вас все было хорошо. И самое главное, я желаю вам душевного спокойствия и мирного неба над головой, что в это время сейчас более чем актуально. Хотя Красная площадь закрыта, но народ не унывает. Мы присоединяемся к этому народу, тоже будем гулять, 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 гулять здесь. Thank you.
остается 2-3 минуты до Нового года 2024. Год был очень эмоциональным. Не сказать, что он был плохим. Нельзя говорить, что какой-то год был плохим. Каждый год он особый вклад вносит в нашу жизнь и придает определенный опыт. И я не сомневаюсь, что и 24-й, и 25-й, и 26-й, и так это последующие будут года то же самое приносить в нашу жизнь определенный опыт. И как-то с этим опытом мы будем становиться мудрее. Еще один.
Thank you.
очень холодно, минус 19 градусов. 2 января температура понизилась. Ну и хорошо, это лучше, чем слякоть. Зима-то и должна быть такой, да? Не правда ли? Посмотрите, какая красота сегодня. В Москве просто обалденно. Таких вот мест здесь полным-полно. Блин, просто круто. Девочка понянка, не влазь ей пища. Ну вот, друзья, вот такая вот новогодняя Москва. Мне безумно все понравилось. Москва украшенная. Даже слов не подобрать, просто сказочно, просто сказочно. Ну, сами все видели, новогоднее настроение поднимается просто... Просто классно. Если надумаете приезжать на Новый год в Москву, ну, без сомнения, да? То видео, которое вы посмотрели, все об этом говорит. Всем большое спасибо. Кто досмотрел до конца, всех обнял, приподнял с этим мишкой. Вот такой мягкий мороз, 19 градусов, 20. Ну, как и должно быть, как и должно быть зимой. Так что... Холодно, пора на поезд. Здесь просто уже чувствую себя как ребенок, когда окунаешься в такую атмосферу. Про возраст свой забываешь. У меня уже и физиономер замерзла, и трудно говорить. Кто досмотрел это видео до конца, всем большой респект. Обнял, приподнял. И до новых включений. Пока.